Пацаны, всем здорово! Сегодня будет не очень стандартный ролик на моем канале. Должен все-таки немножко отдаляться от фифы и челленджей. Надо разнообразить контент. Сегодня мы покажем, ну я покажу маленькую, такую малюсенькую коллекцию своих футбольных мячей. Ты что несешь? И если вам будет это интересно, то поставьте лайк. Я буду показывать потом коллекцию перчаток, бут, форм. У меня очень много футбольных форм. Так просто с вас нужен большой актив. И погнали. Начнем. Первый мой мяч. Не буду врать и цену завышать, просто вот. Первый мой мяч, можете полюбоваться, вот обычный белый мячик, дешевый. Я его покупала за 700 рублей из Декатлона. Тоже, кому интересно, можете купить. В общем, вот кипсовский мяч. Почему я стал покупать именно такие мячи, а не лиги чемпионские и так далее? Потому что именно эти мячи, они самые прочные, у них очень твердая кожа, они склеены. Не знаю, можно где-то здесь увидеть склеены, просто, цена, они просто реально, рили, вот они склеены. Они прошиты, склеены. У моего друга такой же мяч, он покупал его в том году летом, и у него уже почти год целый мяч держится, и ни одной ссадинки на мяче. Так что для любителей, для каких-то пацанов, которые хотят просто погонять на коробке футбол этим мячом, я рекомендую купить этот мяч в Декатлоне, он 700 рублей стоит. Я думаю, можно отдать 700, чтобы потом играть спокойно год, два, три, может быть даже. Следующий мяч, пацаны, который у меня какой-то бракованный попался, обычный желто-черный мячик из Магнита, потому что летом была акция, под конец лета, типа, собираешь какие-то эти наклейки, обмениваешь их на вещи, на рюкзачок, на там форму или еще что-то. Я собрал минимальное количество этих наклеек, мне даже не хватило, мне пришлось еще деньги давать, и, в общем, вот такой мячик маленький, по мне так неплохой, чтобы играть дома в каких-то футбольных челленджах. Та же панна. Вот этот мячик, я вот, да, весь изрисовал, изуродован, но он у меня, этот мяч уже хранится уже четвертый, даже пятый год уже пошел. Пятый год этому мячику, мне дарили, когда я был в классе пятом, сорян, я вот так ценю, просто мне очень нравятся эти мячи. У меня все мячи не стоят не дороже 3000 рублей, потому что самый дорогой, я сейчас вам его покажу. Пацаны, а вот и самый дорогой мяч подъехал. Стоит 3000, пацаны, рублей, просто. Реально, это оригинальный мяч с Adidas, но, к сожалению, реплика, где-то здесь можно, да, вот реплика. Это реплика, мяч Лиги Чемпионов, я вам уже говорил, им будут играть в финале Лиги Чемпионов, и я его куплю, потому что надо прочувствовать эту атмосферу Лиги Чемпионов, финала особенно. Тех, кому не нужны деньги, просто нужно выкинуть, как я, как идиот, то можете купить этот мяч, и он будет у вас лежать где-нибудь на фоне, вот как у меня вот там вот лежит, вот мяч на фоне, всякие гантели. 3000, пацаны, самый дорогой мяч. Этот мяч тоже прикольный, вот он. И тут он тоже в Декатлоне покупался. 4000 рублей, пацаны, 4000, пацаны. Но там скидон идет, так что с 4000 сделали на 2000. И, в общем, этот мяч стоит 2000 рублей. Я думаю, вот этот мяч стоит, потому что, во-первых, пацаны, FIFA. Пацаны, FIFA, вот мы это все любим, вот. И он склеен. Парашит, просто очень хороший мяч, я боюсь просто за них играть лишний раз, потому что эти мячи мне очень дороги. И у меня есть еще один мяч рыжий, наверное, видели у меня в челленджах, я ими играл, этим мячом рыжим в челленджах. Я его вам не буду показывать, он просто весь просто грязный, потому что у меня брат сегодня им играл на коробке, а у нас падал просто сегодня снег, просто грязь, клякоть, просто весь грязный, весь порванный. Я не буду его показывать, потому что это стыдно, но покупал его за 500 рублей, у меня даже, по-моему, чек сохранился. Нет, пацаны, чек я все-таки выбросил, но он стоит реально 500 рублей. И еще один мяч, красный такой, тоже видели в челленджах, особенно Спартак-Зенит. И он такой красный, он тоже весь уже давно порвался, осенью еще. 200 рублей этот красный мяч стоит. И, в общем, сколько у меня мячей? 6-7, это была моя мини-коллекция футбольных мячей. Думаю, я их когда-нибудь буду развивать, и у меня там, может быть, целый шкаф из мячей будет. Я планирую вообще хороший фон замутить, потому что стена просто, это вообще нереально. Но именно вот этот шкаф, он очень прикольный, это легенда, а не шкаф, пацаны. И если вы хотите, просто хотите, мою коллекцию перчаток, мою коллекцию форм, пацаны, у меня очень много футбольных форм лежит. Просто пыляться, я хочу вам их всех показать, просто поставьте здесь 31 лайк, и будет, пацаны, ваша любимая, возможно, рубрика. Посмотрим, как эта рубрика зайдет вам, потому что я знаю, что все любят смотреть на формы, мячи, учебники и так далее, пацаны, так что я могу пофантазировать, эта рубрика моя, я ее сам придумал и планирую ее развивать в разных степенях. Конкретизировать я не буду, то есть буду начинать от мячей, от футбольных, заканчивать там каких-нибудь там игрушками, книгами и так далее. В общем, всем спасибо, пацаны, всем пока, всем хорошего настроения.